мы готовились очень серьезно просто к Нижнему Новгороду. Знали, как они играют, поэтому были полностью сфокусированы на их нападении, чтобы не дать им легко забить Рукачковой, что они сделали, когда мы играли с ним в Нижнем Новгороде. Поэтому мы сделали акцент на это и не дали им легко забивать из-под кольца легкие прорывы и убегать. Или, мне кажется, это пошло от защиты, и когда мы хорошо защищались, мы имели шанс убежать в быстрый отрыв и забить свои легкие очки, а также раскидать соперника и также найти открытый трехочковый. Поэтому, думаю, это от защиты так и сыграли. Победы. Очень хорошо. Команда играла очень серьезно. I would like to say thanks to the fans that they came over here. Okay. Болей, что болей за команду. Today we took an advantage of the fact that Nizhny having a problem with the point guards and creators. We play very aggressive on the full court. Of course, the difference is huge, but the fact that we were from the beginning until the end series, this makes me happy. So it's just 1-0. We need another two, but we are focused only on the next one. We play in a couple of days. Не, на самом деле это не очень. Легко, конечно, хотя и счет такой разгромный. У Нижнего есть проблемы с травмированными, но прежде всего мы сегодня начали очень хорошо и попали, и отзащищались, и остановили. Так что это все заслуга команды. I mean, Will is a beautiful guy, so with her also. As soon as his wife and his friends like, we like. А я уже пошутил, говорю, это как спойлеры такие для ускорения, для того, чтобы он бежал быстрее. В общем, симпатичные ребята экспериментируют с волосами. Главное, чтобы все получалось на площадке.